Уважаемые дамы и господа, я приветствую всех. Меня зовут Алексей Кузнецов. Сегодня, как обычно, краткий обзор ситуации на финансовых рынках. Камера у меня что-то вышла из строя на сегодняшний день. Я его надеюсь починить, может быть, к завтрашнему дню. А сегодня пока будем так. Вы меня не видите, но это ничего страшного, потому что самое главное я вам скажу и покажу все равно на графиках. Если меня хорошо видно и хорошо слышно, большая просьба ко всем поставить плюсы, если все в порядке. И тогда я уже приступлю к разбору текущей ситуации. Ну а пока скажу, что рынки переживают ощущения после состоявшегося Брексита. И на данный момент основные регуляторы крупнейших стран принимают очень непростые решения по стабилизации обстановки. И эти решения призваны, не допустить в будущем серьезных сдвигов как на фондовых рынках, так и на валютных рынках, конечно же. На данный момент вот эта эмоциональная фаза прошла, но, скорее всего, это еще не конец, потому что будут еще смещения, и, скорее всего, эти смещения будут уже, может быть, не столь принципиальными, но, тем не менее, может все продолжаться. Готовится сейчас как раз, озвучили, не озвучили заявление руководителя крупнейших, держав мира или нет. Но вот, по крайней мере, вчера это активно обсуждалось, возможно, и сегодня это активно еще будет обсуждаться, может быть, решение еще не вынесено. Я что-то вот не обратил сегодня на это внимание, но, по крайней мере, судя по рынкам, не видно, что какие-то происходят изменения, потому что, по сути дела, вот смотрите, хорошо, спасибо за ваши плюсы. Вот пара евро в фунт, как отработал, смотрите, опять же точно отработал тот треугольник крупный, о котором мы с вами говорили. Давайте я уберу, потому что уже он полностью отработался. Вот что мы видим сейчас? Сейчас есть вероятность продолжения дальнейшего восходящего движения. Ну, во-первых, потому что здесь после восходящего движения, определенного коррекционного движения, вот в виде треугольника, о котором мы с вами говорили, появилась фактически, смотрите, опять же, первая, вторая, мощная третья волна вот эта, после которой, будет какая-то, может быть, четвертая, и, может быть, она будет как раз в виде флага, может быть, не такого затянутого, как я нарисовал, но что-то типа этого. То есть, по идее, должна быть еще какая-то волна восходящая, которая вынесет цену намного дальше. То есть где-нибудь за уровень, возможно, 0,84, может даже 0,85. Вот. Поэтому сейчас пока я ожидаю вот такого расклада. Надо только смотреть, но это дневной формат, надо смотреть, что будет происходить здесь. Сейчас видно, что формируется на 4-часовом формате, вот он, треугольник. Почему формируется, а не сформировался? Потому что у него нет еще вот этой вот точки, четвертой, то есть вот одна есть точка, вторая, третья, а этой точки пока еще нет. То есть если он пойдет вверх, то можно рассчитывать на то, что цена уйдет, может быть, до вершинки, а может даже чуть выше. Я бы не назвал пока вот это флагом каким-то и не рассчитывал на большие движения вверх. Я думаю, что флагом это может быть только в формате, допустим, дня. А для дня здесь еще пока не сформировалось никакого полотнища такого флага, и говорить о флаге здесь пока не приходится. А вот смотрите, в 4-часовом формате здесь древко изломанное, поэтому здесь тоже нельзя сказать о том, что есть какой-то флаг. А вот треугольник, пожалуйста, треугольник, он есть, вернее, может быть, если цена пойдет вверх, и, можно на это рассчитывать. Если она пойдет, допустим, пробьет уровень поддержки вниз, здесь, может быть, и можно рассчитывать на движение в канале. Это движение против таких вот сильных движений заходить я бы, наверное, пока не стал. Несмотря на то, что, казалось бы, цена запросто может уйти куда-то в этот район, в район там 0,80, в общем-то, перед тем, как двигаться дальше. Или хотя бы вот сюда вот она может уйти вот к этим ценам закрытия. Видите, тут еще и ценовой разрыв был. Строго говоря, вот.
То есть куда-то в этот район цена вполне может зайти, и может быть даже можно как попытаться его отторговать, вот это значение. Но, как сказать, сейчас пока как бы об этом говорить рано. Но по большому счету что? Здесь вот, если даже, смотрите, будет достаточно узкий такой канал, если будет даже двойной канал, вот, то как раз где-то в этот район, в район нижней границы разрыва цена может сходить. Почему бы, собственно, и нет? Тут, в общем, дистанция не такая большая, она нисколько не повлияет вот на, в целом на динамику восходящего движения. Потому что, смотрите, в дневном формате вот как раз. Кстати, смотрите, вот он ценовой разрыв, и он совпадает вот с этой вершиной. Очень интересная, кстати, ситуация, потому что, скорее всего, сюда, вот видите, тут опять же то, что я всегда говорю, цена с разрывом ушла через уровень. Вот такие проходы, они чаще всего заканчиваются возвратом к уровню и потом отскоком от этих уровней. Вот так. Это уже было много раз, я вам это показывал, и я, ну, конечно, говорить почти уверен, наверное, неправильно, но тем не менее я почти уверен, что так оно и будет в данной ситуации. Тут тем более ситуация, вернее, как сказать, вот очень, вот этот уход, он может как раз быть вот таким примерно. Сформируется как раз полотнище вот этого самого флага, и дальше может все, цена уйти вверх. Это не испортит техническую картину в плане вероятного флага. Это как раз будет четвертая волна вот в этом движении, и все здесь будет с этой точки зрения правильно. Да еще и вот видите, цена достигнет уровня, который да еще попал в разрыв. То есть много факторов говорят о том, что скорее всего будет именно так. Пока, скажем так, эмоциональная реакция прошла, сейчас немножко пена осядет, и уже будет какое-то осознанное такое вот отношение, осознанная торговля, и вот уже может быть где-то после вот этой точки. Дальше. Еврофранк. Вот по еврофранку здесь как-то все более смазано, все более запутано, потому что, видите, цена до сих пор после вот этого вот огромного скачка во все стороны, она застряла просто в узком очень диапазоне, то есть практически никуда ничего не смещается, все затаились в ожидании того, что же все-таки будет, потому что, в общем-то, как сказать, сейчас не самые, как вы понимаете, простые времена, и стараются ничего не предпринимать, вот по крайней мере с этой парой, потому что эта пара сейчас, она достаточно как бы непонятно, куда чего будет двигаться. Поэтому, в общем-то, видимо, на ней сейчас торгов-то и не происходит. То есть, по крайней мере, пока вот цена не выходит из этой вот зоны, ничего здесь, скорее всего, и делать даже и не надо. Она пока никуда не уходит. Евро-доллар. Вот по евро-доллару сейчас, смотрите, как раз довольно интересная ситуация складывается по часовому, наверное, все-таки формату. Вот. Давайте сначала в более крупном покажу виде. Сейчас по отношению, смотрите, к этому нисходящему движению идет откат. Откат не достиг пока важного уровня сопротивления. Вот, вот видите, вот эта вот точка не достиг. То есть, смотрите, пробитие треугольника, выход очень даже может быть к линии сопротивления. И вот как-то вот так вот, например, да, выход сюда и потом движение вниз к цели. Почему бы и нет. А вот это движение вверх вполне может произойти. Вот я, давайте на 30 минут, на, вот так вот включу. Сейчас. Цена, видите, находится над индикатором аллигатор. Первое, да? Второе. Преодолен вот этот предыдущий максимум, вот это небольшой, коротенькой, вот после вот этого движения, вот этой коротенькой тенденции. И сейчас фактически цена образовала треугольник. Вот при пробитии уровня сопротивления мы можем увидеть движение вверх, ну, то есть на короткую дистанцию, то есть пунктов на 50, но нам это вполне достаточно, и цена как раз придет к, вот к этой линии, которую я сейчас только что вам показывал в дневном формате. Давайте вот этот вот, не знаю, как его продолжить или убрать. Давайте вот так пока линию сдвину. Вот,
движение сюда и потом сюда. То есть выход из треугольника как раз приведет к движению, вот к этому уровню 1.11.30. То есть вполне я вот такой сценарий рассматриваю, почему бы и нет. И вот. Восстановил я канал. Ну, движение вниз, как я говорил, в канале здесь вполне возможно. Но пока, может быть, не сейчас. Должен быть информационный повод, который пока еще не появился. Поэтому вот часовой формат. Я думаю, что очень может быть движение вверх при пробитии вот этого уровня, вверх, движение на 50 пунктов. Вот через эту точку я провел, то есть видите, первая точка, вторая, ну где-то вот эти две точки, там третья точка, четвертая, вот пятая, может быть, на шестой выход как-то. Если движение как-то затянется, ну тогда, наверное, как треугольник рассматривать это будет нельзя. То есть пока готовиться к этому, по крайней мере, можно. Индекс доллара. По индексу доллара как раз после вот этого мощного восходящего движения цена ушла в боковой диапазон. Видите, у него по крайней мере 4 точки уже есть. Первая, вторая, третья, четвертая точка. И сейчас, то есть если это будет диапазон и дальше продолжится, цена уйдет вверх, вот тогда здесь может быть вот так вот. Может быть флаг. Потому что здесь есть древко. Ну, тоже, правда, изломанный в какой-то мере. Но, ну, по крайней мере, вот на этот вот диапазон вверх вполне можно рассчитывать. Так. Давайте посмотрим его. Ну, в общем, да, здесь тоже, как видите, треугольник не отработал. Поэтому, если отработает вот этот боковой диапазон, хотя бы даже если не принимать во внимание то, что это флаг, то цель будет взята по треугольнику. И уже там дальше надо смотреть, как цена себя поведет около этой, вот, около этих цен, около 97.20. А пока все-таки вот, большее ощущение, что цена может уйти вверх. Нет, конечно, может произойти коррекция сюда куда-то, к этому уровню, к уровню 95.33. Потому что вот на этом уровне цена уже сидит. То есть при пробитии этого цена сюда пойдет. Но это тоже, в общем-то, не отменит возможного движения вверх. Но вот пока здесь вот я бы рассматривал вероятность больше выхода вверх и торговли туда. А доллар-франк. По нему довольно интересная ситуация сложилась. Если посмотреть на 4-часовой формат, видно, что вот этот первый импульс мощный, он начинает затухать, и с каждой новой вершинкой, в общем-то, движение вверх особо не происходит, происходит торможение. Несмотря на то, что все находится сейчас над линиями аллигатора, но вот эти три последних вершинки очень интересно смотрятся в часовом формате. Видно, что здесь произошла двойная дивергенция, а значит, на какое-то движение вниз рассчитывать тоже можно. По крайней мере, вот сюда, к уровню 0.9686. Вот в этот район как раз будет 50% коррекция от всего восходящего движения, и уже там, может быть, будет опять разворот вверх. Но вот сейчас пока вот пытается он преодолеть аллигатора, пока еще вот никак. Но вот если он преодолеет аллигатора, допустим, сформирует какую-то донышко, откатит, допустим, и при пробитии вот этого донышка вниз, можно будет рассчитывать уже вот на этот вот уровень. Сюда вот цена может пойти вполне. То есть вот такую тактику торговли я здесь, наверное, вот как раз и рекомендовал бы. Ну вот дальше, собственно говоря, посмотрим, как это будет формироваться, потому что пока цена находится еще на такой принципиальной границе поддержки, которая пока еще не пробита. Но вот если будет вот так, скорее всего, это будет уже не сегодня, а завтра. Ну вот завтра мы как раз и посмотрим, что здесь такое. Двигаемся дальше. Британский фунт. Его я сейчас, честно говоря, вообще рассматривать не хочу, потому что по нему все, ну, более чем сложно, более чем непонятно. Цена по-прежнему находится на критическом таком уровне поддержки, важном психологическом, который, если будет в формате месяца пробит, а сегодня уже 29 число, то, конечно, в дальнейшем британский фунт может полететь значительно ниже и просто, как я вчера говорил, уйти в совершенно другой ценовой коридор. Если он очень долгое время держался тут в районе там 1.75,
1.45, 1.75 вот в этом коридоре ходил, то просто может все сместиться в другой совершенно коридор, уже в коридор 1.20, 1.35. То есть куда-то вот туда, может быть, даже еще ниже. Но вот сейчас загадывать не стоит, потому что ну, хоть какие-то выводы можно делать только с месячного формата графика. Доллар, японская иена. Очень интересно картина выглядит в недельном формате. Потому что, смотрите, нисходящая тенденция, уровень поддержки. Этот уровень поддержки, как мы видим, вот я его отмечал, цена до него все-таки дошла, достала, как мы с вами и прогнозировали. Вот. Дошла до 50% коррекции. Смотрите, на дневном формате видно, что тенденция, тенденция, тенденция. И потом, смотрите, резкий бросок вот к этому уровню, который очень часто бывает, как бы это сказать правильно, ну, последним, да, как бы цена мощным броском дотянулась до последнего такого вот целевого уровня и может двинуться вверх. Это будет понятно только после пробития вот этой вот вершинки. Вершинки в 106 йен за доллар. Это будет уже очень отчетливо, потому что, видите, здесь вот, вот здесь важный уровень. Его преодоление только может в дневном формате тенденцию хоть как-то сломать. Вот. Ну, а пока, если ориентироваться на 4-часовой формат, здесь, смотрите, вот был такой восходящий диапазон, и сейчас он пробился вверх, поэтому при преодолении значения в 102.78 йен за доллар, я думаю, что, видите, цена уйдет как раз вот на вот этот же самый диапазон. Ведь я его, давайте я его перенесу сюда. Обращаю ваше внимание, смотрите, насколько точно сюда он убирается. То есть вот целевой уровень для роста доллара против йены – это 103.56. 103.55, 103.56. Вот этот уровень с большой вероятностью будет достигнут. Вот, и мы с вами, думаю, что вот это увидим. Вот я стрелку поставил для того, чтобы у нас все это запомнилось, сохранилось, и мы смогли к этому вернуться. Вот. Австралийский доллар к американскому. Вот пока в этой ситуации, я, если честно, предполагаю, что может быть движение вот сюда, к этой линии сопротивления недельного формата, но пока до нее далеко, и я не исключаю, что сейчас пока в этом формате может наблюдаться такой как бы боковой диапазон торговый. Цена может уйти в широкий просто боковик такой, который просто с течением времени, ну, так или иначе, линия-то идет вниз недельная, да, если цена будет вот так здесь болтаться просто, как-то вот так болтаться, она очень скоро достигнет значение линии, и потом уже может пойти вот так вот. Может. А может и пробить эту линию и двинуться вверх. Такой сценарий, в принципе, тоже есть. Если сейчас Федрезерв объявит о длительной паузе или о дополнительных стимулах каких-то экономики, тогда доллар может сильно ослабеть. Вот. И это повлияет на товарные валюты, безусловно, которые являются австралийский доллар, новозеландский доллар, канадский доллар. И может быть вот пробитие вверх и движение вверх. А пока, собственно говоря, я еще жду движение к вот этой линии сопротивления, но мы видим, что пока ведь цена просто ушла в диапазон. То есть это тоже говорит о том, что пока рынки не переварили информацию после Брексита и не определились с направлением. Новозеландский доллар к американскому, похожая ситуация. Пока ничего не происходит, цена находится у важного крупного недельного уровня, смотрите, сопротивления, достал до него и, в общем-то, может пойти вниз от этого уровня. А вероятность движения вверх, она также есть, вот надо на более крупном формате смотреть, куда. Вот я смотрю, куда она может пойти. И пока я здесь по новозеландцу ничего не нахожу. Вижу только, что вот этот важный уровень взят. Ну, может, к верхней границе сюда может пойти. Тоже как-то не очень далеко.
Здесь, в общем-то, тоже и разворотом не пахнет, потому что ведь вот эта вот точка, вот эта пробита не была. Я здесь пока возьму ожидания для этой пары и пока не буду никаких прогнозов делать, потому что на самом деле мне пока не совсем понятно, что здесь может произойти. Здесь тоже может цена просто некоторое время остаться в диапазоне. Вот в этом вот диапазоне, вот, вот небольшой диапазон здесь есть. И в нем пока цена может остаться. Ну вот. Смотрите, канадский доллар к американскому тоже, видите, находится в таком боковом диапазоне. Видите, это очень хорошо видно. И этот боковой диапазон, вот смотрите, 4-часовой формат, пожалуйста. Говорить о том, что здесь треугольник, он слишком крутой. Я тоже как-то не совсем такие вот движения люблю в плане треугольников, вот таких мелких. А вот что касается дневного треугольника, то, как вы видите, очень даже может быть, но только при движении вниз. Потому что здесь сформировалось несколько точек всего лишь. Смотрите, первая точка, вторая точка, третья точка. А вот четвертая сформируется либо вот после движения так, либо после движения вот так. Вот как-то так. Может быть, тогда здесь тоже может быть треугольник с, ну, с движением в ту или иную сторону. Пока тоже ясности в данный момент здесь с канадским долларом не наблюдается. И многое будет зависеть от заявлений ФРС. В 4-часовом формате, видите, тоже цена пока в диапазоне торгуется. В часовом формате тем более. И я пока здесь не вижу каких-либо возможностей входа ни в какую там сторону. Потому что, видите, вот эта вот дивергенция была. Между вот этими вершинками была дивергенция. Еще одна появилась. Ну и, в общем-то, это пока ни к чему не привело. Нефть марки Brent. Вот вам треугольник тоже. Дневного формата. И в зависимости от направления его пробития мы сможем увидеть движение в ту или иную сторону. Вот на его диапазон этого треугольника. Пока, видите, не пробита линия поддержки канала. Вот. И уровень поддержки по треугольнику. Поэтому сказать сейчас, на данный момент, о направлении в ближайшем цены по нефти мы не можем. Но вот как бы я нарисовал треугольник, и после пробития его границ, ну, вы уже понимаете, куда все это дело может пойти. Это ориентир, который во многом будет влиять на все остальное, в том числе и на российский рубль, как вы понимаете. Золото до сих пор, видите, находится в границах, в рамках вот этой вот расширяющейся формации. Это зона неопределенности, и в этой зоне торговать крайне опасно. Вот, потому что это она на то и есть зона неопределенности. Вот только, смотрите, в недельном формате мы видим, что есть волна, потом возникла такая вот расширяющаяся формация. Но в общем и целом, конечно, сохраняется направление вверх. То есть в силу высокой степени нестабильности, скорее всего, золото будет расти. Какими темпами, от каких уровней его покупать, это решать вам. Но общее направление роста золота я здесь вижу тоже из этой ситуации. Здесь не исключено, что данная вот эта расширяющаяся формация может вот так вот расширяться, то есть продолжать расширяться, пока не достигнет границы линии сопротивления и цели по каналу, по одинарному, вернее, по двойному каналу вверх, нисходящего. Вот куда-то после этого можно будет ждать, может быть, падение, может быть, стабилизации уже где-то вот на этом уровне ценовом примерно. Так. Дальше смотрим, давайте посмотрим на российский рубль. Российский рубль по-прежнему стабилен. И более того, третий день практически. Ну, не третий, второй день, строго говоря, растет. Но один из дней, тут, видите, была белая свеча небольшая. Он, в общем, в целом как-то стабилизирует пока ситуацию.
И видно, что цена никак не выйдет ни за границы канала, ни за границы этой зоны консолидации. То есть пока ситуация с рублем очень стабильная, ну и в какой-то мере для нас это хорошо. Правда, торговли здесь никакой не получится, потому что цена никуда не уходит. Но в общем и целом, если говорить о рубле и его перспективах, то пока здесь никакой перспективы не пахнет, потому что ее здесь просто нет. Есть ожидания. Ожидание чего? Ну, может, ожидание стабильности, может, ожидание каких-то сильных движений. Но вот это ожидание, оно совершенно, как видите, отчетливое. Так, фунт, иена. Ну, понятно. В связи с ростом иены и падением фунта у нас мы увидели ускорение движения. Опять же, до уровня 78,6 по Фибоначчи. Ну ладно, здесь пока ничего такого интересного тоже нет. Новозеландец доллар, треугольник наш один. Давайте посмотрим, Руслан. Наш один. Пытаюсь понять, где Руслан. Вот если брать вот эти две точки, допустим, да, ну хорошо, вот линии соединяемых, у нас здесь не получается точки никакой. Вот этот отлет от уровня, он маловатый, чтобы сказать, что это треугольник. Здесь, скорее всего, вот как канал это можно принимать. Какой-то другой. Вот здесь треугольник был. Вот треугольник был. Видите, вот первая точка, вторая. Третий, четвертый, на пятый выход вниз. Вот здесь вот треугольник действительно был. Вот треугольник. А здесь пока треугольника нет. Вот эту вот точку принимать тогда здесь мы не достали. Нет, и треугольника здесь никакого не вижу, Руслан. Вы уж меня простите, но вот со своей точки зрения пока треугольника не нахожу. Ни на H1, ни на H4. И даже на 30-минутке не нахожу. Ну нету. Не вижу, нет. Ну что ж, если есть вопросы, коллеги, пишите, пожалуйста. Буду рад на них ответить. А если вопросов сейчас нет, то, в общем-то, я с вами в плане обзора прощаюсь на сегодня, да. Я скоро выложу этот обзор на канале YouTube. Ну и вечером сегодня будет третье занятие из цикла «Базовый курс», на котором мы поговорим о трендовых системах, вернее, о трендовых технологиях анализа, о том, что такое тренд, о том, каким образом, что создает эти тренды и как его идентифицировать. Это для тех, кто только начал изучать данную тему. А для тех, кто уже более опытный, думаю, что сегодня особой информации не будет, и будет информация интересная завтра, потому что завтра в 13 часов будет новый обзор, на котором мы с вами поговорим уже о завтрашней ситуации и завтрашних возможных торговых сигналах. Что ж, с вами был Алексей Кузнецов. Золото, да, я думаю, будет еще расти, но от какой точки его выгоднее покупать, сейчас пока сказать нельзя, потому что расширяющаяся формация – это очень сложная структура, которая предполагает всякие фокусы и так далее. То есть просто золото, вот, допустим, если его смотреть вот не в таком крупном формате, допустим, в формате часа, вот давайте в формате часа, был очень большой этот выброс. Потом цена ушла, стабилизировалась, видите, вот на уровне поддержки. Может быть, здесь какой-то треугольник будет. Может быть. Вот четырехчасовой формат. Так вот, если провести уровень поддержки, ну, тут больше по часовому формату. Первая точка, не знаю, все размытое тут такое. Вторая, допустим, точка такая размытая. Третья точка, четвертая точка. Если вниз, то он вниз немножко еще золото пойдет. Ну, а в целом, конечно, я бы стал рассматривать пока рост золота и... Но тут все очень кривое. Я пока по золоту даже не знаю, что сказать, потому что, видите, здесь с одной стороны
верхней границе вот этой формации расширяющейся есть. С другой стороны, в ее границах формируется нечто похожее на треугольник. Если все-таки это будет что-то похожее такое на треугольник в четырехчасовом формате, можно будет рассчитывать на рост уже после пробития этой линии. Это да. А если он идет вниз, то, если честно, прям даже не знаю, что вам сказать. Пока по золоту мне даже мыслей нет нормальных. Вот. Австралийский доллар, треугольник H1. Так, треугольник H1. Вот по... Понимаете, в чем дело, Руслан? Тут, наверное, вот как бы здесь, да, здесь согласен, здесь все правильно. Вот в отличие от новозеландского доллара, по австралийскому доллару согласен, что здесь есть треугольник. Потому что можно взять вот так вот эту фигуру, обозначить. Вот это будет у нас первая точка, вот это вторая точка, третья точка. Да? Вот все, что меня смущает в данной фигуре, это вот достаточно маленький вот этот отлет, так же, как и на новозеландском долларе. Вот он все-таки должен быть, хоть, понимаете, вот дойти хоть до половины вот этого расстояния, вот до половины, чуть превысить же половину должен, хотя бы телами. А тут, видите, этого не было. Поэтому считать, что здесь, например, считать, что вот эта точка сформированная в границах, видите, волны, вот это одного порядка волны, а вот эта вот волна, это другого порядка совершенно. Здесь не было такой волны, которая могла бы стать частью вот этой волны, и дальше пошли бы вот так вверх. Если было так, я бы даже спорить не стал, да, здесь был бы треугольник. А пока вот этот отлет очень маловатый. То есть согласен, здесь формируется треугольник, но сказать, что вот эта вот точка четвертая у него есть и уже пошло пробитие, я тут не могу. Ну что ж, ладно, всех вам благ. Встретимся с вами завтра на новом обзоре. С вами был Алексей Кузнецов. Хороших вам профитов. До завтра.